Итак, господа, наконец, наша экспедиция Микухмаклай 21 век, берег Маклая, прошла регистрацию. И мы сейчас отправляемся в самолет и вылетаем на берег Маклая в Папуа-Новая Гвинея. Меня зовут Николай Николаевич Микухмаклай, я руководитель экспедиции и директор фонда Микухмаклая. И сейчас хочу вам представить нашу команду. Приветствую, меня зовут Арина Лебедева, я сотрудник музея антропологии и этнографии Российской академии наук. Еду на берег Маклая изучать все, что удастся изучить, изучать современное состояние культуры Папуасов. Ура! Я Чининов Игорь, научный сотрудник Института этнологии и антропологии Микухмаклая. Еду на берег Маклая в деревню Бомбовой горе, изучать материальную культуру и хозяйство Папуасов. Вот такие вот дела. Следите за нами в новостях. Ура! Ура! И я, Шаровов Дмитрий, фотограф экспедиции. Вау!